и главным событиям. В газетах опубликованы неподтвержденные сообщения. Произошедшая вспышка оспы, многократно отработанный сценарий. Силы нацгвардии. Поезда не ходят, мосты перекрыты. Вирус оспы – это реальная угроза. Унес больше жизни, чем спитая бомба. Что, вакцины не хватит на всех? Позвольте вас прервать. Никаких оснований для паники. Главный город Америки находится в карантине. Крупная зеленая отрава. Центральный парк стал местом массового сохранения. Электричество, утечки газа, пожары. Власть. Вновь прокатится волна грабежей. Жители Нью-Йорка умоляют всем свободным машинам. Пожар в Хьюстоне. Оперативное реагирование, либо уже все мертвы, либо... Исправляются с ситуацией. С нами как с животными. К такому мы совсем не были готовы. Когда нас вызвали, стало ясно, что ситуация скверная. Хуже, чем мы ожидали. Мы — это секретный отряд лучших тайных агентов. К нам обращаются только в самом крайнем случае. У нас нет правил. Нет инструкций. Наша цель — уберечь общество. Мы — ваши коллеги. Мы — ваши соседи. Или даже друзья. Но когда нас вызовут... Мы обязаны бросить все. Мы это... Спецотряд. У них вся информация. Чтобы получить доступ к снаряжению, подтвердите свой оперативный статус через терминал. У меня есть вещица, буквально создана для вас. Личность подтверждена. Спецоборудование активировано. Слава богу, ты здесь, агент. В Бруклине творится черт знает что. Мы едва держимся. Я буду твоим связным на случай экстренных ситуаций. У нас тут постоянно то одно, то другое, и все экстренное. Господи. Я тут точно облысею на нервной почве. Что-нибудь хотели? Внимание! Выход из безопасной зоны. ИСАК может перехватывать сообщения из указанных на карте мест. Это позволит тебе лучше понять обстановку. Агент, бандиты украли из раздаточного пункта в Бруклин-Хайтс недельный запас продовольствия. Теперь они вымогают у голодающих деньги за эти продукты. Наживаются на чужих страданиях. Верни нашу еду! Мародерам тут не место! Давай! Обнаружен пропавший груз. Вы приближаетесь к грузу. Ну, давай. Давай, делай что-то. Что ты херня, Майк?
Сектор под контролем. Враг нейтрализован. Внимание! К вам приближается противник. Обнаружен. Уведомляю ОТГ. Отлично, агент. Мы отдадим эти продукты тем, кто в них нуждается. Доброе утро, Нью-Йорк. Или вечер. Хрен поймешь. И если честно, мне плевать. Может, сейчас вообще 4 утра. Зато у меня есть кое-что свеженькое по директиву 51. Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Тебе нужно будет пробраться в здание по тоннелю метро. Отправляйся туда и постарайся свести ущерб к минимуму. Внимание! Обнаружен противник. Контролем.
Враг обезврежен. Что там у вас происходит? Есть там кто-нибудь? Можете меня выпустить? Так, тут кто-то разговаривает. Наверное... У тебя все прекрасно получилось. Наконец-то! Спасибо! Это все был нормально. Какой-то ужас! Кошмар! Это просто невероятно! Все, я погнал! Ой, ну что же, пока что я поставлю видео на паузу, так как мне надо переделать настройки. Тут раненые остались без обезболивающего. Постарайся вернуть этот ящик. Обнаружен пропавший груз. Интересно, кто сделал зелёк? Ха! Тут морфий нашёлся. Дозу хочешь? Настал мой час, ёпта. Не валяй дурака! ОТГ с минуты на минуту припрётся. Да мы тут все скоро умрём. Лучше... сделал большую ошибку. Вот котел сразу. Они убили Алекса! Сектор под контролем. Враг обезврежен. Груз обнаружен. Уведомляю ОТГ. Это Воробей 5. Подлетаем к вашей позиции. Внимание! К вам приближается противник. Нам тут ломятся! Черт, сюда! Выкурите его оттуда! Подтверждаю, Воробей 5 прибыл и готов действовать. Это наш шанс!
контролем. Враг полностью нейтрализован. Отлично, агент, отлично. Этот морфий поможет облегчить страдания раненых. Спокойно. Спокойно. Вы в безопасной зоне. Буквально создано для вас. Фантастика, агент. Тебе удалось нормализовать обстановку, а ведь еще немного и ситуация вышла бы из-под контроля. Мы все тебе благодарны. Бруклин мой дом, так что для меня это правда очень много значит. Дайте свой шанс. Изучайте. Можно покупать, короче, стволы. М9. Пока что, наверное, не будем тратить. Если передумаете, я всегда здесь. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Снег пошел, ну ничего, сейчас мы просто... Давай ты уберешь пушку, а?
Короче, давайте убьем. Быстрее. Ну ладно тебе, успокойся. Я вот правда не знаю, как вам помогать. Не можно помогать тут, короче. Ну да ладно, это. Так, агент, нам нужно навести порядок в этом участке. Без него мы рискуем потерять Бруклин. Внимание! Обнаружен новый противник. Мы наблюдаем движение на крыше. У них гранаты. Командир спецотряда. Наш агент на подходе к 84-му, но все входы заблокированы. Спецотряд, это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходит через парковку этого дворе. Слышишь, агент? Твоя лазейка. Действуй. Идите крабить куда подальше! Спасибо за помощь. Гранатометчика. Не хотел бы я с тобой ссориться. Приближается противник. Так, базовый навык. Импульс. Генерация поиска импульса, отмечающих противника в союзнике за стенами укрытия. Армия бьют. Что...
Что ж произошло-то? Вообще. Бруклин, говорит командир спецотряда. Наш агент на подходе к 84-му, но все входы заблокированы. Спецотряд? Это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходит через парковку этого двора. Слышишь, агент? Твоя лазейка. Действуй. Чистить автостоянку. Мои там. Что со мной? Сейчас чего-нибудь. Приближается противник. Посмотрим, что тут надо делать. Открыть. Внимание! Обнаружен враг. Вон он, спрятан. Снимаем.
Так, давайте пойдем. Подвижу. Может быть, тут никого нет. Уже. Так, найдите заложника. Вытащите меня отсюда! Не ори, вот. Не надо их злить. Сиди тихо и не мешай. Я сейчас придумаю, как нам выбраться. Так, а как их отсюда? А, наверное, здесь где-то есть ключ. Эй, спасибо, что выручаете нас. Не знаю, откуда вы взялись, но без вас нам была бы крыша. Все, теперь идти на верхний этаж и опять стреляться. Ну, ладно. Что же, для первого раза хватит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.